Пора! Смирно! Для встречи слева! На крат! Оу! Гарнизона для парада воззнаменования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующим парадом контр-адмирал Родионов. Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Ура!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Антон Андреевич Алиханов. Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры, ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, уважаемые жители и гости Калининградской области, поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая – самая важная священная дата для всей России, для каждого из нас. Это праздник безграничного мужества и беззаветной любви к Родине. Это дань глубокого уважения всем защитникам Отечества. 79 лет назад в жестокой битве с нацизмом наш народ отстоял свою жизнь и свободу. Но путь к победе оказался долгим и трудным. Кровопролитная война погубила десятки миллионов человек, сломала бесчетное количество судеб. Страна сплотилась перед лицом смертельной угрозы, стремление сделать все,
для победы. Она ковалась на фронте и в тылу, и взрослыми, и детьми. Огромными усилиями неприятель был сокрушен. Сегодня мы видим попытки предать забвению героические страницы нашей истории, исказить мировую историческую память, обесценить подвиг нашего народа. Калининградская область, рожденная Великой Победой, постоянно ощущает нападки иностранных политиканов, которые мечтают пересмотреть итоги Второй мировой войны. Но мы не допустим этого. И мы, дети, внуки и правнуки победителей, всегда будем помнить и чтить великий подвиг нашего народа. Все дальше от нас май 45-го. Но через годы, через поколения мы сохраним память о нашей победе. И воспитаем уже своих детей, своих внуков в уважении к воину-победителю, в любви к нашей Родине. Только так мы можем строить крепкое и уверенное государство и развивать наш регион, Калининградскую область. Конечно, нигде так победа не ощущается, как у нас, в Калининградской области. Для нашей малой Родины 9 мая стало действительно точкой отсчета. Нет в нашей стране семьи, которую бы не опалила та война. В каждой семье есть герои-победители. К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами сегодняшний праздник. Но в наших сердцах навсегда искренняя благодарность. Низкий поклон всем героям Великой Отечественной войны, которые защитили Родину. Мы помним и мы гордимся. Мы преклоняемся перед вашим мужеством, самоотверженностью, любовью к отчизне и стараемся равняться на вас, черпать силы в вашем подвиге. Сейчас Родина и все мы проходим испытания на прочность. Теперь уже нашему поколению приходится бороться с нацизмом. И всех нас объединяет ответственность за мирное и безопасное будущее нашей страны. Наши ребята, участники специальной военной операции, с честью выполняют свой долг. Для поддержки этих бойцов сплотился весь тыл, вся страна. В таком единстве, по примеру наших доблестных предков, залог наших новых достижений, как на поле боя, так и в труде. Дорогие земляки, всех поздравляю с праздником, с Днем Победы! Слава народу-победителю! Миллионы павших не увидели и дождались победы. Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились до последнего вздоха, отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял и сберег советский солдат. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания. Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев. Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, уважаемые жители
и гости города Калининграда. 79 лет отделяют нас от завершения Великой Отечественной войны. Победа советского народа определила будущее планеты на десятилетия вперед. Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, которые передали нам отцы и матери, бабушки и дедушки, наши дорогие ветераны. Меняется поколение, но мужество и стойкость фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, героизм партизан и подпольщиков навечно останутся в народной памяти. Сегодня мы преклоняемся перед великим поколением победителей, вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях красных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Ведь они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, защитили мир, восстановили города и села не только в нашей стране, но и в разоренной войной Европе, где сегодня пытаются забыть об этом. Великая победа навсегда останется героической верхой в истории нашей страны. Но мы помним и о наших союзниках по антигитлеровской коалиции. Благодарны антифашистам многих стран, которые самоотверженно боролись в партизанских отрядах и подполье. Сегодня мы видим попытки реванша идейных наследников нацизма. Тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне. Попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Принизить роль советского народа великой победе над фашизмом. Сегодня наши доблестные воины вновь освобождают братскую Украину от нацистской нечисти, для того, чтобы люди снова жили спокойно и мирно, без ненависти и насилия, для того, чтобы торжествовала правда, а история не искажалась. Мы не терпимы к проявлению нацистской идеологии, поэтому наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу отстаивают национальные интересы России, обеспечивают безопасность нашего народа, сражаются за освобождение родной земли с полной уверенностью, как и в 1945 году. Победа будет за нами. С праздником Великой Победы! Да здравствует наша Великая Родина! Слава вооруженным силам России! Ура, товарищи! Ура!